Ночь искусств в Ленинском мемориале стартует 3 ноября в 10 часов утра и продлится до 10 вечера. Гвоздем программы станет выставка «От последователей левши». Посетителям представят уникальные микроминиатюры. Среди них портрет Владимира Ильича Ленина, выполненный Эдуардом Казаряном на четверти рисового зерна. 10 работ этого художника занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Это работа Маслюка Михаила Григорьевича. Выполнена эта работа на срезе волоса. Здесь изображен макет паровоза, на котором Ленин возвращался из Финляндии в Петроград в 1917 году. Сам Маслюк говорил так: «Работаю, затаив дыхание, производя манипуляции с изделиями между ударами сердца, потому что удары сердца могут помешать работе». Кроме того, участники «Ночи искусств» увидят очень интересные живописные миниатюры на перламутре художника Татьяны Гусевой. Ее наставниками были художники-симбирянин Дмитрий Иванович Архангельский и Аркадий Александрович Пластов. В память о них художница перенесла их работы на перламутр. Участники дневной программы также увидят выставку «Кукол. Дочки матери», где будут представлены советские и европейские модели, полюбившиеся девочкам игрушки. Дом-музей нас удивит мини-экскурсией 10 комнат. Кроме всего прочего, в доме-музее люди, у которых есть проблемы со зрением, а также абсолютно зрячие люди, смогут поучаствовать в интерактивной экскурсии «Руками трогать можно» с повязкой на глазах и ощутить себя, побывать в роли незрячего человека и задать себе вопрос, чем мы можем помочь людям, у которых есть проблемы со зрением, как мы можем донести до них многообразие окружающего нас мира. А юных посетителей музея «Квартира-музей» семьи Ульяновых приглашают на мастер-класс «Построй свой город». Клей, ножницы, бумага и воображение – все, что необходимо для строительства целого города с собственной историей. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.